Всем привет! Сегодня у нас 8 июня. Приехала закаливаться, как всегда, на протоку реки Енисей. Наслаждаться свежим воздухом, красотой, природой. Оздоравливаться, укреплять иммунитет, получать массу положительных эмоций. И просто плавать, моржевать, закаливаться. Присоединяйтесь. Разомнемся. Растяжка. Хорошее упражнение. С помощью своего тела поднимаем. Выше всяких гирь и регулируем. Хорошее упражнение для пресса. Тоже пресс, и сверху. Велосипед. Дай здоровья! Рыбка прямо выплескивается.
А здесь вода градуса 4, не больше. Вообще ледяная. Потому что здесь впадает Енисей буквально метров 500. Могучий Енисей. Вот в эту протоку. Самая полезная и оздоровительная вода. Сразу яма. Опа. С головой нырну. Какая красота! Просто великолепно. Я бы покраснела от такой воды. Прекрасная вода. Для закаливания сама то водичка. Something better to say than I never meant to make your heart break, but there'd be a lie, my favorite part was when you started to cry, and if what goes around, round comes back around, then I just earn myself a karma, karma crown, but I don't even care, care, care. Зелено.
Особый пример, ой, особый привет моржам. Закаленный привет для всех. Блаженство просто. Всем пока-пока, закаливайтесь. Спасибо за просмотр.